Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня в России впервые отмечается День волонтера. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в ноябре. В документе говорится, что праздник учрежден во имя экономического и социального развития страны. В июле нынешнего года Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец заняться координацией взаимодействия волонтерских структур с органами власти. Ранее сообщалось, что к весне 2018 года в России заработает интернет-портал с информацией о волонтерских организациях. Такие предложения содержались в плане мероприятий по развитию волонтерства в стране, подготовленном по поручению президента Владимира Путина. Предусмотрены и законодательные изменения, например, освобождение организаторов волонтерской деятельности от налогов. Выплат. Отмечается, что волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является еще одной причиной того, почему они удостоились собственного праздника. Они бескорыстно убирают улицы, распространяют брошюры социальной кампании, работают переводчиками на больших спортивных соревнованиях, помогают в больницах, домах престарелых, детских домах и многое-многое другое. Также немало работы приходится при ликвидации последствий стихийных бедствий. В Центре социальной помощи семье и детям Кызыла прошло мероприятие, приуроченное ко Дню юриста. Так, сотрудники Министерства юстиции республики совместно с представителями различных силовых структур встретились с детьми и рассказали им об их правах и обязанностях. Кроме того, устроили для ребят праздник, подарив им не только необходимую зимнюю одежду, но и сладкие подарки. Со своей стороны, воспитанники социального центра встретили гостей праздничным концертом. Юные таланты исполнили песни, продемонстрировали танцевальные постановки русского и тувинских народов. В конце мероприятия педагогический состав центра поблагодарил всех присутствующих и организаторов праздника за оказанную помощь и внимание детям. В агентстве по делам семьи и детей Тувы проходит обучающий семинар в рамках региональной программы «Пюзюрел», где принимают участие не только социальные работники агентства, но и сотрудники отдела и комиссии по делам несовершеннолетних. Семинар проводят специалисты из Центра развития образования города Красноярска. Социальные работники сначала знакомятся с теорией профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, после распределяются по ролям. По словам преподавателей, таким образом они смогут лучше понять и родителей, и инспекторов. С нами контакт, идти вот, наш контакт, да, нашли вот единственного родственника, вас. Ну, я сам не родственник, я уже не имею этого, даже не знаю, только один раз в жизни видела. Нет, почему вы обманываете? Мы узнали, что вы узнали, что вы родственница. Ну, я родственница, но... Да, когда люди обращались к вам, они за помощью, может быть, родителей мальчика. Да, они ходили. Одной из ключевых составляющих успешной реализации социального сопровождения семей в трудной жизненной ситуации является межведомственное взаимодействие, говорят специалисты. Разные семьи, есть разные специалисты. Поэтому все зависит от качества работы специалистов и от количества и условий, в которых проживают те или иные семьи. То есть сельская местность, городская местность, какие-то национальные особенности. В общем-то, я думаю, что все исправимо, все в руках специалиста, все в руках людей. Отмечается, что за 9 месяцев текущего года в ходе проверок семей, состоящих по каким-либо причинам на учете АПДН, выявлено более 720 детей, находящихся в социально опасном положении и требующих помощи государства. Более 100 из которых в последующем были направлены в детские соматические отделения, а свыше 600 детей в Центры социальной помощи семье и детям. В настоящее время в социальных центрах Тувы находятся 233 несовершеннолетних. В Кызыле прошел интегрированный фестиваль творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы разные, но мы равные». Фестиваль посвящен Международному дню инвалидов. Как сообщает организатор мероприятия, председатель Кызылского общества инвалидов Алена Седып, решено каждый год менять формат его проведения, чтобы в нем могли принять участие все желающие. Перед началом фестиваля в фойе арт-центра «Наисла» для людей с инвалидностью были организованы различные правовые консультации. По итогам фестиваля все участники получили грамоты, дипломы и памятные призы.
Минпромторг России предлагает запустить механизм льготного кредитования на покупку сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает «Российская газета». Ставка для заемщика по кредитному договору будет устанавливаться на уровне не более 5%. Кредитным организациям при этом будут возмещаться выпадающие доходы. Ежегодно на таких условиях предполагается приобретать не менее 4000 единиц техники, в том числе не менее 600 единиц инновационных техники. Как предполагают разработчики документа, такие меры окажут существенное положительное влияние на развитие производства техники для сельскохозяйственной, строительной и коммунальной отраслей, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 99 копеек, евро 69 рублей 91 копейка. Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. Увидел? Понравилось? Купил? В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так, ноутбук Lenovo с оперативной памятью 4 гигабайта всего за 2916 рублей в месяц. РБТ.ру. Днем 1 декабря в дежурную часть столичного УВД поступило сообщение от 20-летней казалчанки о том, что ее 23-летний сожитель угрожает физической расправой своей матери. По прибытии участкового уполномоченного семейный дебошир был задержан, а пострадавшей оказана помощь. В беседе с полицейскими 49-летняя женщина рассказала, что это происходит не в первый раз, и сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно проявлял агрессию по отношению к ней. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийства». Также полицейскими установлено, что молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. В ходе разбирательств участковый установил, что в тот день у молодого человека был день рождения. Ему исполнилось 23 года. С утра он отметил свой праздник в кругу друзей и вернулся домой около 3 часов дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Увидев свою мать, мужчина начал вести себя агрессивно и высказывать ей претензии за то, что она не поздравила его с праздником и не накрыла праздничный стол. Выражаясь нецензурной бранью в адрес матери, мужчина схватил деревянную палку и нанес ею несколько ударов по телу женщины. С 1 декабря в Республиканской консультативно-диагностической поликлинике Резбольницы номер 1 изменился режим работы, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Республики. Теперь поликлиника работает с 8 утра до 8 часов вечера. Расписание узких специалистов и врачей-терапевтов также изменилось. Пациенты могут узнать о произведенных изменениях в регистратуре. По субботам в Республиканской консультативно-диагностической поликлинике проводится диспансеризация. Если пациент не записан на прием, но нуждается в медицинской помощи, ему следует обратиться в регистратуру, где его направят к необходимому специалисту. Также с 8 утра до 12 часов дня можно вызвать врача на дом. Тувинский государственный университет проводит второй съезд Ассоциации выпускников ТУВГО. Это значит, что выпускники прошлых лет смогут встретиться с однокурсниками и преподавателями, побеседовать о жизни вуза, об актуальных задачах образования в родной альма-матер. Отмечается, что в сентябре прошлого года на общем собрании были внесены изменения в организационно-правовую форму ассоциации. Главная цель встречи – поддержка инициатив выпускников, студентов, аспирантов, научно-педагогического состава Тувинского госуниверситета по укреплению престижа высшей школы, привлечение выпускников как членов ассоциации к нравственному и духовному воспитанию молодежи в духе преданности университетскому братству, осуществление благотворительной деятельности, включая благотворительные конкурсы и многое другое. В селе Акдаш Судхольского района Тувы построили еще один сельский клуб по программе «100 домов культуры». Финансирование проекта проводилось через Министерство культуры России при софинансировании региона. Обошлось новое здание в 15 300 000 рублей. В торжествах по случаю ввода в эксплуатацию принял участие глава республики Шалбан Караул, посетивший район с рабочей поездкой. На церемонии открытия премьер пообещал, что следующим шагом правительства Тувы в отношении построенных в рамках программы 10 сельских клубов станут меры
по повышению заработной платы их работникам. Напомним, старое здание сельского клуба 1954 года постройки. За 63 года эксплуатации здание изжило себя. Совсем скоро Новый год. В школах и детских садах будут проходить утренники. Где же найти красивый и праздничный наряд для ребенка к Новому году? Не нужно задаваться вопросом. Вам в магазин «Росток» по адресу Ленина, 24. В магазине «Росток» вы найдете красивую детскую одежду для Нового года, не опустошая кошелек и не тратя много времени на поиски. Широкий выбор нарядов на Новый год. Разнообразие карнавальных костюмов к утреннику вашим деткам. А также нарядные праздничные платья для маленьких принцесс. От такого изобилия разбегаются глаза, платья и костюмы яркие и качественные. В костюмах от магазина «Росток» ваши дети будут самыми красивыми и самыми счастливыми. В преддверии Нового года магазин «Росток» объявляет акцию: при покупке одной вещи скидка 15%, при покупке двух вещей скидка 20%, а при покупке трех – целых 30%. На карнавальные костюмы и праздничные платья действует скидка только 15%. Спешите в магазин «Росток» за нарядами для ваших деток к Новому году. Телекомпания «Новый век» рекомендует магазин «Росток» по адресу Ленина, 24. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Пришла зима, а это значит, пора позаботиться о тепле и комфорте на долгие месяцы. Во все времена и по сей день лучшей защитой от холодов и непогоды, а также роскошным украшением, символом статуса и хорошего вкуса является шуба из натурального меха. Компания «Белка» рада предложить тувинским модницам и модникам новую коллекцию изделий российского производства. Шубы из мутона, бобра, каракуля, французского селекционного кролика, а также обновленные изделия из норки, овчины и лисицы. Точное отражение тренда. Компания «Белка» радует своих покупателей высочайшим качеством изделий из меха и кожи, приятными и понятными ценами, а также возможностью приобрести любую понравившуюся модель в честную рассрочку на срок 6, 12 и 24 месяца, без первоначального взноса и переплаты. На выставке меховой компании «Белка» представлено более 1000 классических и современных моделей женских шуб, а также мужские куртки из натуральной кожи, дубленки, головные уборы и восхитительные варежки тонкой работы. Компания предусмотрела полный модельный и размерный ряд от 40 до 62 на любую фигуру. Все меховые изделия имеют сертификаты и чипы. Выставка-продажа будет проходить с 29 ноября по 10 декабря в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина. Город Кызыл по адресу улица Интернациональная, дом 3, с 10 до 19 часов. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные» – старый друг, надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка! «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ночью минус 22, минус 24 градуса, днем минус 14, минус 16. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Иордане погода облачная, небольшой снег. Температура воздуха утром минус 22 градуса, днем минус 12. На полке пасмурно, снег. Температура утром минус 18 градусов, днем минус 12. В Танзебее пасмурно, снег. Температура утром минус 15 градусов, днем минус 9. По всей трассе проезд удовлетворительный.